Вот несколько советов, которые помогут вам поддерживать постоянство в тренажерном зале. Установите цель. Определите, что вы хотите достичь своей тренировкой. Будь то снижение веса, увеличение силы или улучшение общей физической формы. Создайте расписание, запланируйте определенные дни и время для тренировки. И придерживайтесь этого расписания. Выберите тренажерный зал, который удобно расположен и предлагает оборудование и программы, которые вас интересуют. Найдите способы мотивировать себя, такие как следить за своим прогрессом, соревноваться с друзьями или заниматься тренировками в группе. Варьируйте тренировки, чтобы избежать скуки и поддерживать интерес к тренировке. Экспериментируйте с разными видами тренировок и использованием разных оборудований для своего прогресса. Будьте гибкими. Если что-то помешает вам посетить зал в планируемое время, не падайте духом. Постарайтесь найти возможность замены тренировки или найти другое время в течение дня для посещения зала. Важно помнить, что постоянство в тренажерном зале требует силы, воли и дисциплины. Но в долгосрочной перспективе это будет надежным источником улучшения вашей физической формы и, самое главное, здоровья.